Гамлета по-быстрому читануть. Ой, да нет проблем. Значит так, Гамлет приезжает во дворец домой, а там полная фигня. Да. Дядя завалил папашу, мама начинает женихаться с дядей. Невеста у него умом тронулась. В общем, короче, все умерли там. И мама, и дядя, и Гамлет, и вообще все родные и близкие. Все. Круто. Круто. Девушка, у нас еще 2 минуты есть. «Войной мир» по быстрому читанию. Легко. Значит так, Лев Николаевич Толстой, «Война и мир». Значит, наши разбили французов, а Наташа вышла замуж за Пьера Безухова. Вот. Как-то скучно.